глянула хозяйка в окно. Видит, новая соседка там белье постирала, да развешивает сушиться. Но, видать, плохо выстирала. На белом белье хорошо видны грязные пятна. Кричит своему мужу: «Иди-ка погляди, какая неряшлива у нас соседка! Белье стирать не умеет!» Между делом и подружкам своим рассказала, мол, какая у меня новая соседка появилась, а вот белье стирать не умеет. Прошло время. Снова видит хозяйка, как ее соседка белье развешивает. И снова с пятнами. Снова пошла она судачить с подружками. А тем и самим захотелось посмотреть на это. Пришли во двор, смотрят на белье, но оно белоснежное, никаких пятен нет. Тогда одна женщина и говорит: «Прежде чем обсуждать чужое белье, пошла бы ты, да помыла свои окна, глянь, какие они у тебя грязные».